Легкоатлетический тур Всероссийской Федерации легкой атлетики. Кубок губернатора Краснодарского края в очередной раз прошел в нашем городе. Более 100 атлетов, в их числе были очень именитые, из 16 регионов России приехали к нам, чтобы помериться силами в открытом манеже «Олимпиец». Прекрасный зимний праздник королевы спорта легкой атлетики привлек внимание зрителей всех возрастов, прежде всего юных спортсменов. В центре спортивной подготовки «Олимпиец» предчувствие большого спортивного события. Не так часто здесь можно увидеть соревнования всероссийского уровня, в которых участвуют спортсмены, чьи имена широко известны поклонникам легкой атлетики. Уровень очень высокий. Призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, международных, европейские призеры, заслуженные мастера спорта, международники. То есть уровень очень хороший. Соревнования будут очень жаркие. На торжественном открытии Кубка губернатора Кубани собравшихся приветствовал председатель Совета Славянского района Григорий Литовка. Он пожелал участникам честной борьбы и успешного выступления. Соревнования проводились в беге на короткие и средние дистанции, толкании ядра, прыжках в длину и прыжках шестом. Интересным выдался забег на 800 метров, в котором участвовали кубанские спортсмены. Кубанец Степан Перегудов, у которого на время турнира выпал день рождения, был в ударе. Он сразу же постарался захватить лидерство и упорно продержался во главе забега до самого финиша. После отличного бега победитель и именинник в одном лице не скрывал своей радости. Я сразу убежал, потому что соперники более скоростные, а я более выносливый. Поэтому мне надо было выходить вперед и задавать темп бегу, чтобы их соперникам их не хватило на финише. Ну, вы, в принципе, это и увидели. Все получилось по плану. Наш город не случайно был выбран для таких престижных соревнований. Ваш город всегда принимает соревнования любого уровня с достоинством. Об этом может говорить и то, что Славянск на Кубани ежегодно становится столицей Кубка губернатора как по легкой атлетике, так и по баскетболу, так и по футболу и различные другие соревнования, которые проводятся в нашем субъекте. В Славянском районе работает команда слаженная, начиная от главы, порткомитет, все представители спортивных школ, они все настроены на хороший результат. Спортсмены Краснодарского края выступили очень удачно, завоевав на турнире 14 наград, среди которых 5 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Прекрасный результат показала Полина Лукьяненкова, прыгнувшая на 6 метров 41 сантиметр. А толкатель ядра Александр Лесной отправил свой снаряд на 20 метров 61 сантиметр. Он и стал победителем. Славянец Александр Грипич в секторе прыжков в шестом покорил высоту в 5,5 метров, завоевав серебряную медаль турнира. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».